Блять. Пусть сидел. Блять, сейчас пробегаем мимо. Он начинает стрелять, я репикаю. Готовы, чат? Чем их другие уровни не устроили? Типа слишком сильные? Тур юниор. Юниор? Это типа 50 уровень, да. Это юниор считается у них? Наверное. Все, чат, слышали? 50 уровень — это юниор. Ты еще юниор в этом бетом деле. Да, он все еще там. А, это челобот тут уже сидел. Там глушак прям работает и работает, короче, в этом. Блин, ничего, его хоть убей. Вот тут за кустами ходят. Лёг. Мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Так, давай, брат. Ага, хорошо. Давай, вычисли мне его. Этаж не пойму. Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Сука. Почему ты по мне стреляешь? Двое. Да вот, вот он! Блять, вот!
походу они свалили. Реально, пока я их обходил, они убежали. Граната тут! А он на втором этаже. На кухне, что ли, стоит? Шелохнись, друг. А, справа. В этой комнате, походу, сидит. Смотрите, сейчас пробегаем мимо. Он начинает стрелять, я репикаю. Готовы, чат? Так, ну вот все. А, это ЧВК? Ты что, взорвал его? Я его взорвал вогой. Тут еще один сидел, оказывается. Укорный бабай. Я смотрю, бот лежит. А в смысле, это бот был в очках? Это бот был реально? Бля, это реально был бот. Ну, понятно, бля. Да. Слышь, ты импульсный! Покоп, нахуй, понял? Усекается. Сломанные даже не продать. Вармагами стреляет чел. Как он его убил вообще? Блять. И это не все. Еще должна быть грена на старой заправке какая-то. Эй, ты куда пошел? Пусту сидел. Ха! Видели этого капуцина? Просто сидит в кусту. Так. Да.
патроны хорошие? Хорошие, ништяк. Ох, ПНВ-ха еще неплохая. Так, сюда, сюда, сюда. А выходы, что там у меня были? Кстати, у нас выход тут есть. Прямо тут и уйдем тогда. По тихой грусти. Бля, у меня прицел не тот стоял. А он мутант, походу, бля. Глушеный. Пистолет какой-то. Лок, что ли, автоматический. Спасибо, каска. Так приятно тапать с этого РПК в голову. Видимо, из-за супер длинного ствола. Так, рыбов смотрим. Рыбов нету. На всякий случай делаем вот так. Блин, лут хороший. Сейчас сделаем круг через лево и на общаге зайдем. Выкинем. Не помню, какие из них дороже. Вроде рейзеры дороже. Бля, кто-то бежит. Давайте, тактикульная тактика, ребят. Челоботы уже бегут, представляете? А, нет, это Юсек. Юсек Бэмби. Кулачом. Блин, может ли стартануть? Полутай его. Полутай, полутай. Полутай. Мало ли там у него красная карта в кармане, ну. Не? А, он меня увидел? Да ты чел, молодец. Это МП5 или что-то такое? Но это не М-ка. Да. Убил М-ку.
Второй уровень. Он убил первый уровень. Да. О, у него мосинг с собой, он это походу качает снайперство. Хотя нет, у него бронебойные патроны на мосинку взяты. Пацаны, сейчас накроют нас! Решало? За подсуп стреляет. Понятно. Тридцать седьмой. Если нету места. Колдун сначала. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.